Срочную службу призывники могут заменить на контрактную. О ее плюсах военные рассказывают сегодня челябинским студентам. Длится служба по контракту будет не год, а два, зато появится возможность не покидать пределы Челябинской области. Есть и другие преимущества. Подобные агитации проводят в колледжах, техникумах и университетах круглый год. Главным преимуществом контракта военные считают то, что выбрать место службы можно самому, в том числе остаться в пределах своего региона, при желании. Есть разница и в зарплатах. По призыву военнослужащий получает 2000, по контракту 19 тысяч с перспективой увеличения денежного довольствия. Также распорядок, служебное время военнослужащего по призыву регламентируется распорядком дня, а военнослужащего по контракту регламентом служебного времени. Вот это подразумевает под собой, в двух словах, утром он пришел на службу, вечером ушел домой. Военные отмечают, что подобные агитации приносят пользу. В этом году на службу по контракту пошли 100 выпускников колледжей и техникумов и 50 студентов университетов. После лекций в профессиональном колледже получить воинское звание решает и Владимир Копляков. Для себя научиться чему-то новой, новая школа жизни, опыт какой-то определенный, военный интерес был. У меня отец служил, какой-то своей частью командовал, тоже мне советовал. Решил послушать отца, попробовать пойти по его стопам, так сказать. Отмечу, что заменить срочную службу на контрактную выпускники вузов могут с 2014 года, а выпускники колледжей и техникумов с 2017.